Центральный районный суд вынес приговор экс-главе врачебной комиссии военкомата Челябинской области. Он обвинялся в 5 эпизодах получения взяток за незаконное освобождение призывников от службы в армии. Начальника военно-врачебной комиссии задержали 2 июня прошлого года на улице, когда он получил взятку в размере 160 тысяч рублей. По версии следствия, Олег Максимов помогал призывникам уклониться от службы в армии. Как считают служители закона, он брал взятки за выдачу справки, а не годности юношей к службе в вооруженных силах. Его суд назначил ему 6 лет условно и оштрафовал на 5 миллионов рублей. Также в течение 5 лет ему запрещено занимать руководящие должности в сфере призыва. Председателя комиссии также лишили воинского звания подполковник медицинской службы.